Так, пробуем остановить поток. Ну, надеюсь, сейчас видно. ТДМ, блин. Ладно. Осталось играть. Так, там Изида. Это нечестно. Ох ты ж, со своим одним кольцом. А его тоже так пробафали нехило, что он теперь убивает люто. Где наша визитка? Визита.
Не выбрано граффити. Ага. Ох, как я ударился неудачно. Так, а вот это было лишнее. Вмешался. Чё-то нифига не слышно. Ладно, меняем. Какая это муть? Мало что карта говно, так еще и режим. Да нифига ж себе, ты в стену жахнул.
какой-то просто зеркараж. Слева, справа, с центра. Угомоните свое количество. Еще меньше места я занимать просто уже не могу. Да там просто застеночных куча рельс. Да вот ты тут, ну, как бы вообще не к месту. В том плане, что все равно они тебя простреливают. Нет, не лети сюда. Я так хорошо стоял. На адреналине бы полный заряд модуля. Свидание. Показалось, или он сделал двойной залп? Неужели он на смоке запасной магазин? Что за дичь? Ты что, дурной, что ли? Самые нудные 10 минут за сегодняшний стрим. Капец, нет, в следующий раз идем в мехабил, лучше каточку отыграем.
Куда что уехал? Еще один уехал. Во. Это урон в спину всадили. Не ожидаемо. Чуть-чуть больше накинул. 401. Неужели я скоро смогу нормально на Иране попрыгать, а не только с разгона? Да что ж такое-то? Сплошные ТДМы. Еще и на огромных картах. 10 на 10. Вот это за стеной стоять 10 минут. По крайней мере, не Репин. Мне уже тошнит от этих ТДМов. Под низом пытаются, видимо, проезжают вот это за стенки. Ну да.
Так, куда? Не видел. Больно. Они отсюда перекочевали туда на правую сторону. Стрелять не в кого. Где там кто с инвиза вышел, враг свой. Свой или чужой дом? Блин. Стоялова. Очень скучная стоялова. Не знаю, кому нравится такой режим. Эти вот застеночные у вас по хоре рели. С двумя выстрелами под ПУ. С двумя бессмертиями. Такая скотища. Да. Нет. Нет, это мы не играем, мы идем, пережидаем в мехобелом эту каточку. Давайте даже название поменяем, чтобы не было претензий.
Мехабеллум. Парабеллум. Вот так. Пока они будут там 10 минут собираться, 10 минут играться, мы тут сразимся против бота. Что там в магазине? Оу. Давайте на тверном. Давненько я сюда не заходил, поэтому упарываться не будем. Так, 200 припасов в первом раунде. ХП на 17% больше у всех. Здесь нерф урона. И здоровье. На 40 в четвертом раунде. Ну, далеко. Давайте занерфим себе урона и хп, но будем получать по 100 кредитов каждый раунд. В крайнем случае можно будет васпами зарашить. Так, давайте, наверное. А кто там будет? О, нормально. Дальность. Качнем. Правда, малыши будут забирать все внимание на себя. Тут еще и арта сразу снесла всю пехоту. Ребята, так, прочность защитных устройств нет, стоимость найма штормов можно снизить, не очень хочется. Но вообще мне ничего здесь не нравится, если честно. Пропускаем. Можно фениксов апнуть. Блин, ну это как-то обидно. Дальность нерфить 1.25 ради скорострельности. Давайте, наверное, элитку наймем за 300. Сюда. И апнем. И изучим. Что мы изучим? Пехота многовато. Давайте на всякий случай мустангов возьмем на будущее. Ага, он тоже фена взял. И сплэш на арту. Сейчас эти фениксы вынесут мои фениксы, потому что мои фениксы заняты пехотой. Приятно, тут я явно не вывожу. Сейчас сломают это. Атака у них уменьшится. Да. Итак, что нам нужно? Нам нужны мустанги. Нам нужны мустанги.
стилболы это интересно, но там очень много одиночных целей, они будут просто долго это делать. А вот арклайтов поднять, забустить, это интересно. Они могут просто принимать на себя входящий урон от мелочевки. Так, там сплэш от арты пойдет. Невероятный. Блин. А, ну вот, Феникс на полетели, окей. Так, здесь хорошо. Справились, но арта их снесла. Ну, главное, не затанчили пехоту. Благодаря этому мои Фениксы не отвлекаются на пехоту и сносят всю мощь. Блин, только ты не туда воюешь. Феникса бей. Капец. Ай. Давай, 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 давай. Yes. Отлично. Ух ты. А такого раньше не было. Высокоуровневые. Гусениц это прикольно. Или снайпер. Или кувалду одну. Кувалда 5 уровня, это мощно. Но их апгрейдить придется. Иначе это без толку. А апгрейдить их не хочется. У меня вообще апгрейды фениксов идут. Не, давайте снайпер. 4. Так. Сюда. Да. Ну вот этот фланг проседает. Проседал. Сейчас уже и не просядет. Давайте сюда влепим. Повысим им дальность. Потом фениксом. Вот это, кстати, интересная фича. Нет, мы вот ребят затанчим. Ну и щит тоже апнем. Давайте еще и вот такую штуку сделаем, чтобы уж совсем было весело. Бум. Есть. Расходник, конечно, но ничего. Ой, носорог идет. Есть. А бот выбрался хакера. Теперь как быстро он фениксов переманивает. Ну, у него дальности не хватает переманивать. Нормально. Текс. Дороговато, конечно, 300 за это. Давайте, наверное, вот такую штуку возьмем. И там носорог, наверное, вот эту крепость. Есть еще 400, апнем. Апнем. Погнали. Ох ты, арпа, конечно, снесла много щита. Удачно, что у крепости сплэш. Ну его захватит, но не захватил. Ладно, нормально.
Давайте возьмем вот это. Вообще крепость интересно забустит, в том плане, что у нас щитом, но это дорого выйдет. Фангов этих, как они называются, по идее фанги, клык, а, ну да, фанг, на английском клык, бустить неохота, маловато их, там васпов много, оса, васп. Я бы, наверное, грейданул без тангов. И с плэшиком сделал против вот этих вот ребят. Давайте вот эту штуку возьмем. Прикола ради. Пускай они там творят грязь. Им, конечно, этого сделать не дадут, но мало ли. Как минимум отвлекут. Сколько увеличивается? Вообще ничего не пишет. А, вот полтора. А урон насколько понизился, я не увидел. Наверное, в два раза, да? Ну, короче, в два раза attack speed увеличивается и в два раза уменьшается урон. Так, давайте клыков тяпнем, пускай будет. Феникс отвлекся. Но он тут долго будет саживать, у него огромный урон. 6000, а у клыка 2000 хп. Ну вот этот вот парень получше будет тут драться. Вот это он жахнул. Так, что-то у меня просело прям, где-то здесь фланг. И этот гад еще захватывает. Захватил. Блин, он сломал. Офигеть. Что-то они меня разнесли, тут я отвлекся на забегание. Что-то пошло не по плану. Так, ну окей, переходим на мою любимую стратегию. Если что-то идет не так, бери оверлорда. Из-за чего же они просели? Из-за тебя, что ли? Но я этот фланг просил. Он сейчас все сожжет там.
нормально, так и держали тут тоже. Хорош. Бумс, бумс. Есть. Так, ну чё, погнали в TX. Это просто смешно. ТДМ был Репин, ТДМ был Кунгур, ТДМ РС, ТДМ опять Репин. Ну чё за фигня? Живучий, зараза. Аварийка. Хорошо, что он хилку не видит. А это мы затырим. Маруся FM. Дроны, капец, сливают хп дроны. Перелапали эти дроны. Да ты уже помереть вместе с хозяином должен был. А оно все живет. Хилочку бы. Блин.
была некрасива. Батяра, едь ты уже. Бесполезное здание. Годзилла, 2.9. Ну ладно, соврал. Полезное создание. Для врагов полезное. Упс. Да ну что ты делаешь? Придет. Кажется, или он не понимает, что так и будет продолжаться. Да нет, вроде понял. Блин, не попал я. Блин, минус бэкхита. Начинаешь фокусироваться на корме и чаще промахиваешься. Ой, добрый день. Хе-хе, you're mine. Куда ты меня выпихиваешь, балбес? Спасибо Марусе, благодаря ей у меня ноль смертей. Заслуженное первое место у нее. Прыжок 405.
Так, это не Талос, по смоке. Где? Где? Блин, не нашел. Где-то у меня был глаз по смоке с инвизом. Где-то был, но я не нашел вспышки. Башни, парень. Так, ну поехали. Сейчас голдик. Вопрос только... Ох, как повезло, где он будет. Замечательное место. Вовремя ты меня убил, там. Не знали, возвращается. Видали, Эми юзнул, волна прошла, на нем отобразилась, но модули с него не сняли. Чтобы заехать, повсюду толпа, что справа, что слева, через мид, но там я скорость потеряю. Теперь можно и передохнуть 30 секунд, пока невозможность дышится. Блядь, что-то вы много места занимаете на банане. Не жирно ли вам?
2.11. Зато я флажок привез. Шарика нету, все невыгодно. Без шарика сильно далеко не уйдешь. Это еще мин там не было, на удивление. Ах ты же зараза. На метре принесся за хилкой. Сенризм там что ли? Не понял, куда он делся. Знаете, как типичная ситуация. Друг другу в лицо бьют и вырубаются оба. Ой, паучок. Доставляй, давай, давай. Молодец. О, еще один голубик. А где? Где он будет? Давайте смотреть. Вот он где будет. Блин, надеялся, что паук от меня убьется. Че вот с пауком-то делать теперь? Капец, хп уже нету. Нет, зараза. Ай, второй голод буквально вот на понтах не дали взять. Причем, если бы меня на респе не подстрелили, когда у меня хп немного не хватило. Я же поехал с респа уже с полхп на банан. Ускоряемся. Перемудрил.
Ну, точнее, просто я не ожидал, что он по миду поедет со мной. А возможно, это была бы доставочка. Там за мной никто не ехал. Ой, капец. Обожаю это, нет, трепет. Ой-ой-ой. Не с Мизом. Второй прыгунец с инвизом.
Блин. Там хилочка как раз. Не любит он мою дикорельсу. 1900, отлично. Ваншот Хорнета. Он от нервов. Аж не вписался на джампад. Ну ладно, нет нервов, у меня просто физвоздействие мощное. Передумал. Кажется, музыка погибло, да? Прям как тир. Ай, блин. Хилки нету. Айзида у нас есть. Есть общая Айзида где-то. Где-то она не здесь. Охотник не дает покоя дикорельцам. Флагом не корми, главное дай меня зафокусить. Блин, дрон. Капец.
появился прям под взрывную массу. Я вижу твои гусли. Теперь вижу, не поехал. Да ладно, а мой урон где? Где в дуло пришелся? Здрасте. Что за дроны? Так, а мой васпик на инвизе? Или я его убирал? Походу я его поменял. А, наверное, я смоки сделал. Хорошо, смоки. Точно.
Эх, если бы не вулкан, можно было бы поугарать над ними. Они бы меня не достали. Не дотянулся. Блоки, как же ты неудачно заехал, ты бы сейчас прыгнул. Они сюда мина ради меня положили. Смешные. Блин, ну я не помню, я запрыгивал с этим уровнем модуля. Не помню. Запрыгивал или нет. Да.
ребят, подбирайте. Делайте что-нибудь. Что-то делать. Да, кто бы сомневался. Я сейчас свернусь.
я вернулся. Поехали. Скоро будет прыжок нового уровня, и я наконец-то... Да вы издеваетесь. РС, ТДМ? Нет, спасибо. Давайте пока сходим в кастомку. Я хочу еще раз проверить, где она. Вот она. Могу ли это запрыгнуть по итогу? Могу или не могу? Вроде как могу. Я тогда не запрыгнул туда на верхний пандус, потому что на меня физвоздействие молота было. Блин, потерял скорость. По идее, с разгона я должен туда забраться. Ну, поехали. Ой, блин, что ж я натворил-то? Как-то распился.
колбастер. Бомбастер. Были такие сухарики. В 2008-м. Не прикольно, не смешно. Чего, и даже кнопку убрали? Вы прям гении. Может, я, конечно, не зря взял Харнет. Ребят, я их выманил, что ж вы не стреляли? А, у нас рельсы нету. Ну что получается? Оу, снежок. Блин, броню не сломал. Thank you.
это вас дофига там, ребята. Вот чертяга этот дрон. Гонщик.
появился модуль в КД. Юху! Так, он на той стороне. Спасибо. Ай. Ну, голдик урвал. Давай разминируем пока. Иди до ряда. Ай, чёрт, зажали. Ладно, того я расшатал. На стратегии. Рикошет, конечно, нехило так этот. ДПМит. Или даже правильно сказать, ДПСит. Да молота, пожалуй, ему все равно далеко. Молот порезче вносит импакт. Все под повышенным уроном, там два выстрела на легкий корпус. В течение секунды и все. Или вампира. Бишопа или вампира. Давайте, наверное, вампира. Как до смоки. По идее, конечно, хантерограмм надо брать, но так неохота уже им играть. Поднадоело.
заскриншотить. Нет, это не полезно. Все, что мог, выкидал. За секунду просто Харнет вырезал, вы видели это? Молодец.
Да, кошмары. Эти вулканы, это просто трындец. Репина за сегодня. Ой, нет, все, нафиг. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание и до скорых и новых встреч. Пока.